Привет, друзья! Что я такая красивая в новой кофточке, сижу дома? Опять куда-то собралась? А нет, я просто записывала два видео, записала только что два видео, осталось монтировать и выложить на мои два канала теперь уже. На русском языке я записывала видео про планирование и про итоги 2023 года я подводила и планы на будущий 2024 год. И я решила посмотреть те видео, которые я записывала в прошлом и позапрошлом году. И знаете, это так прикольно, это просто вообще... Это абсолютно другой человек, но при этом как бы... Короче, если ты планируешь, если ты просто выполняешь то, что ты запланировал шаг за шагом систематично, то человек просто достигает того, что он запланировал. И это перестает быть каким-то несбыточной мечтой, что ли, все происходит окей, все нормально.